Новая волна коронавируса, сезонный ОРВИ, грипп и другие респираторные заболевания. Таким встречает Десногорск февраль. Больница города перегружена. Основной удар приходится на амбулаторное звено, так называемую зону первого контакта. На фоне возросшего числа обращений в поликлинике произошли изменения, которые позволили расширить амбулаторную зону. В настоящее время пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию с ОРВИ принимаются на втором этаже поликлиники для взрослых. Вход со двора. Прием врачи ведут с 7 утра до 21 часа. Врачи принимают в две смены. Врачи-терапевты и врач-инфекционист. Забор анализов на ковид переместился на первый этаж детского отделения. Место бывшего так называемого фильтра. Прием ведется с 9 до 12. В детском же отделении проходит вакцинация граждан. Вход в прививочный кабинет отдельный. Мы продолжаем вакцинировать как вакцины гамковид-вак, спутник лайт и пивак корона. Вся вакцина в достаточном количестве. Для того, чтобы попасть на вакцинацию, можно записаться в доврачебном кабинете, телефон 726-13, либо же сразу прийти без записи в пункт вакцинации, который работает с 8 утра до 15 часов 30 минут. Прием профильных врачей, несмотря на это, не прекращается. Врач-эндокринолог, врач-кардиолог, врач-уролог и терапевты для пациентов с обострениями хронических неинфекционных заболеваний ведут прием в кабинетах физиотерапевтического отделения. Там же сейчас располагается кабинет функциональной диагностики, где можно снять ЭКГ, либо функцию внешнего дыхания проверить. Специалисты признают нехватку персонала. Врач обслужить каждый поступивший вызов не может физически. На вызовах у нас всего 2 врача, поэтому вызывайте врача только если действительно это крайне необходимо, если высокая температура, под 39, если высокое давление. В остальных же случаях, пожалуйста, приходите на прием в поликлинику. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.